Большое вам спасибо, Наташа Гёдз, за рыбу. Вы нам сделали завтрак. Почему завтрак? Посмотри на время. Ну, я люблю рыбу очень. Спасибо вам. Вот какая скумбрия называется. Скумбрия? Какая. Да, рыба – это деликатес. Вот, собрались любители сала. Я им поджарила, и они вот так вот кушают с удовольствием. Нравится, да? Угу. Сало любишь, и ты, Сёмочка, тоже. Мы раньше с дядей кушали. Да, вот. Уна, уна, ун, моменто. Мы играем в уна, в уна, уно. Ходи. Теперь, когда начинает Рувим нервничать, на него направляет камеру, он улыбается и машет. Ходи. Кто у нас тут выигрывает? Я. У тебя две? И у тебя две. Так, спорный вопрос пошел. Я хочу... Папа, я подтяну лайк. Я хочу... Меняешь? Меня минул. Дай мои карты. Эти две карты ходят везде. Все мои карты дайте. Вернулись все к хозяину. Так, ходи теперь. Крым, ходи, потом ко мне карты. А кому что добавить? Два. Ходи. Все, две. Да. Ходи ты. Я. Почему карточки мнутся? Потому что когда активная игра, все рвется. София у нас выиграла. Значит, дети дома. Сижу с ними, играю то в уно, то в домино. Вот, видите? Остальное все подождет. Вещи не вешаются, посуда не моется, ничего не готовится. У нас опять на третий день у нас борщ. Так что мы сегодня играем, да? Я говорю, так, ребят, давайте хотя бы вещи пободарим, развесим. Они сами по себе не развесятся же. Вот. Каникулы мам все тоже устроил вместе с ними. В домино у нас тут свои правила. Я первая по 4. Все, пошли. 5-1. Добавили скорость. Что ты так долго? Что это? Что ты там выстраиваешь? Пирамиду какую-то. Так. Сёмыч, добавь скорость. Так. Так. Мама, смотри. Да, мама, смотри. Нет, смотри. Нет, смотри. Нет, если есть. Нету, все. Нет у него? Так я не хочу брать, так надо брать. Надо брать. Если нету тебя, то ты берешь. Да, да, и ты почему нельзя? Потому что у меня был один. Давай, мама, ходи. Вы неправильно играете. Конечно. Конечно, особенно ты. Не переживай. Вот я пошла, давайте кто следующий. Ямин. Я? Спасибо. Как же мне туда что? Молодцы. Я хожу. Я третья буду. Ну, я же сказала, я третья буду. А я все равно буду играть. По поводу того. Да, да, будешь. Все, а я рассоединю поводы. Ты что, тоже выиграл? Да. А-ля пирамида маман построила. Раз. А все хотят сломать. Как надо разбивать яйца? Мы готовим печеное вместе с Руим, я его учу. Вот так разбиваем. Яйца, вот видишь промежуток тут? И двумя пальчиками туда бросаем. Теперь твоя очередь. Давай, бери яйца. Вот, смотри внимательно, как он это делает. Смотрите. Понял ли он меня? Это что такое? Не надо на них нажимать. Давай еще раз, следующее. Еще одна попытка, последнее яйцо. Красиво, как я сказала. Бьешь и двумя пальчиками открывай. Нежно, не надавливай. Не надавливай. Ну! О, молодец!
И готовим дальше. Это сода и уксус мы гасим. Только чуть-чуть совсем. Много не надо. Ну давай же. О, процесс пошел. Масло. Добавляй масло. Так. Мы добавляем вот такое масло. Добавляем какао. Вот какая красота. Надо сейчас нам взбивать. Теперь добавляем муки. Вот такой муки мы сейчас добавим. Ну, как надо готовить? Да. Так, давай ты взбивай и рассказывай. Давай, как надо? Сначала надо разбить яйца и туда их засунуть. Куда засунуть? Ну, в эту кастрюлю. Молодец. А потом надо взять сахар и весь высыпать. А потом это все размешать, пока что не станет белым. Угу. Потом добавить этот, на ложку этого. Соды, уксус. Соды и добавить уксус на него. И туда разлить, а потом масло и какао, и муки. И все это размешать, пока что не стало. А потом взбить, духов. Пока она не стала однородной. А потом в духовку. А без меня потом сможете сготовить? Да, я завтра смогу. Вкусно. Это вот это. Масло мы сейчас... будем ложить. Теперь шоколадно-печеное мы положим в духовку. Да. А вы сейчас что делаете? Кушаем. Вот. Облизывать сковородочку. Мой крем. Давайте так оближите, чтобы даже я ее не мыла. Ну вот, наше шоколадное печеное готово из какао. И его выключил Вениамин. Я бегу и говорю: зачем ты выключил? Вдруг она сырое. Он говорит: я проверил. А как ты проверил? А я вот так взял палочку и саму середину вот так засунул и высунул. И она была такая же пустая. Сухая. И да. Вот вам, учитесь. Теперь моя очередь. Хоть бы опять было. Мама ничего не должна делать, только лежать, отдыхать. Так, скажи, что тебе нравится в нашей семье. Что? Что мне нравится? Что мне нравится в нашей семье? Мне нравится кухня. Печеное очень хорошо кушать с кефирчиком. Спасибо вам, тетя Наташа, за такой хороший кефир. Муа! Играем игру Фанта. Вот мы сейчас написали задание каждый. И сейчас первое мы... Это надо выполнить задание. И даем одну Натану. Ну-ка. Помолись за папу. Ой, класс. Давай. Удеть на ноги 5 носков и ходить до конца игры. Ох-хо-хо, ничего себе. Вот такие цветные носочки. Покажи животное без голоса, чтобы кто-то угадал. Так, давай. Иди, давай. Все, прошла ночь, все пошли спать. Прошли дни. А Сёма никак не может выйти. Прошли годы. Да. Постарел уже Вениамин, выросла борода, посидел бедный. Зубы выпали. Вот уже... И Рувим согнулся. А Сёма никак выйти не может, позобразить животное. Всё, выходит. Смотрите, что это за животное? Кошка. Ну опять, ну все, кошка. Правильно, кошка? Нарисуй Человека-паука. Ну все, садись, рисуй, потом покажешь. Следующий, идемте. Что у тебя это там? Мое. Покажи железного человека. Давай, покажи. Железного человека. Все? Машка, мы читаем задание. Нарисуй всю нашу семью. Опять рисовать? Давай, иди садись. Это мой. Я что же мне попалось? Сейчас я прочитаю. Так, мне попалось... Подожди, что-то Вениамина, что ли, опять? Да. Что за почерк, да, мамочки? Плое. Тебе повезло. Не надо ничего делать. Расскажи стих христианский, который знаешь. А, давай, который мы учили, сценочку. Иисус. Иисус будет.
С тобой учился бибикой. Молодец! Нарисовал. Покажи мне, что ты нарисовал. Это что у нас такое? Это человек-паук. А что он каким-то с одуванчиком или шариком? Это моя паутина. А, это он с паутиной гуляет? Отжимайся 30 раз. Это твое. О, поехали. Давай. Ты тоже сделал отжимайся только 30. Давай. Нарисуй того, кого ты любишь в семье. Что там? Катай Натана и Явинира. Кого ты хочешь катать? Я тоже это сделаю. Давай, Натана. Поехали! Амин больше всего любит в семье Софию, и он ее нарисовал. Молодец. Несколько выполнила свое задание нарисовать всю нашу семью. Так, это папа. Вот, такой молодой. Это мама. А что мама такая злая? Мама не злая. А мама очень злая. Даже свет ты выключила. Ну ты забыла еще. Вот мама, вот Милана, Милана красавица. Даша, как будто волосы куда-то делись. Нет, да, да, да. Мария. У тебя все сейчас с одинаковыми бровями. А почему-то ты без бровей. Да, потому что Венеза. Вениамин язык что показывает? Этот с галстуком глазки закрыл. А, это Сёма, да? Это Саня. А что с Венеамин? Он на всех так смотрит. И Натанчик маленький улыбается. Ага, без кренделя, да. Ну что, молодец, шикарный. Есть ты. Вот, вот. Натанчик переживаешь, его не нарисовали. Вот, вот. Смотри, вот. Вот видишь, ты есть. Вот. Что ты плачешь? Мы, конечно, тебя в семью нарисовали, родной. Спой пеп. Рэп. Спой рэп. Пеп. Что надо сделать? Делай прическу маме. Ну давай неси расческу, будешь мне делать прическу. А пока вот мне сейчас Авенирчик делает прическу. А какую ты мне прическу делаешь, Авенирчик? Написать открытку. Вот такую. А как она будет называться? Мне называется косичка. Косичка? Да. О, у меня будет косичка. Кого? Тебя. Покажи клоуна. Давай, показывай нам. Клоуна. Что там у тебя? Иероглиф опять. Курки 30 раз. Назови свое имя наоборот. Давай. София. София. Я и Фос. Я и Фос. Я и Фос. Я и Фос, да. Сделай переворот в воздухе и скажи. Ну ладно, давай. Надо ему давай, покатать на руках Натана. Натан, я тебя покатаю. Иди сюда, тебя Венер будет катать. Как вот так? Ты сможешь? Давай. И опа, взяли, поехали, поехали. Поехали. Венер тебя научит. Смотри, как он делает правильно. Ну давай, давай, давай. Знаешь, покажи. Катайся на крышке. Давай. Катаемся на крышке. Покажи мимикой 5 настроений. Не говори, показывай, чтобы отгадали. 5 настроений показывай, мы будем отгадывать мимикой на лице. Радость. Классно у тебя все. Это радость. Это удивление. Удивление в 2. Угу. Это гордость, что ли? Нет, высокомерие. Не, подожди. Нет, подожди. Так, не еще мешайте, есть, пожалуйста. Еще есть другие. Нет, мы это еще уже показали. Другие. Нет. Другие. Думай. Без лайков. Без. Недовольство. Да, недовольство. Недовольно. Злость. 4. 4. И последнее. Нет, злость уже была. 4. 5 давай. Было уже. Было уже злость. Да хватит уже. Уже было. Другой подумай. Опять? Смотри. С семьей. Куда бы ты хотела? Куда? Я бы хотела на Мальдивы. Я танцевать брейк-данс! Зажигай! Тара-тара-та-там! Фу! Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири. Чё, как? Вообще никак! Опа! Открываем бумажку. Задание какое у нас, Софичка? О чем ты мечтаешь? Скажи, о чем ты мечтаешь? Я мечтаю, чтобы у меня кровать была, как у Винила. Давай.
Давайте поем ему и танцуйте. Ой, пойте. Натан, что у тебя там еще есть? Натанчик, где ты? Иди сюда. Присядь 10 раз. Давай, приседай. Раз. Нет, стань. Нет. Раз. Вот так вот. И раз, два, три, четыре, пять лягушонок мой. Нет, хлопни. 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 Прыгни. Покружись. Хлопни. 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 Прыгни. Там осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блядь. Окружиться 30 раз давай. И... Все морковочку захотели сейчас. Почистишь ты. Ты еще можешь морковки взять и покушаем. Хорошо? Да. А что ты так вырядился, красавчик? Я завтра пойду на... Куда ты пойдешь? На праздник. На утренник? Да. А что за праздник у вас будет? Там будет... Сам не знаешь? Да. Ну, в общем, вот такие красивые. Наверное, праздник осени. Здравствуй, осень, дорогая! Да, праздник осени! Вот. Я сегодня дочку попросила свою помыть противень, потому что он грязный был. Она мне говорит, нет. Я говорю, хорошо. Когда тебе что-то нужно будет, я тебе тоже скажу нет. И знаете, что она сделала? Она помыла противень.